Рядом со мной Ксения Лаврова, компания «Вкусвилл», спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте сразу расскажем о сессии. Какая была тема? Вы знаете, у меня была тема, как мы формируем ассортимент именно в нашей компании. Животрепещущая тема, особенно в свете последних событий. Идут смены какие-то, изменения и так далее. Буквально тезисно о вашем выступлении, вот как, о чем рассказывали? Я рассказывала, тема моего выступления была, собственно, торговая марка. Свыше 97% всего нашего ассортимента – это собственная торговая марка и продукты, которые мы производим для наших покупателей посредством наших поставщиков. И для нас самое главное – это обеспечить для нашего покупателя, решить за него проблему выбора. Соответственно, приходя в наш магазин, наш покупатель выберет одно молоко, одни там сливки, одну картошку с котлетой и другие продукты. И самое важное, что, несмотря на всю ситуацию, которая сейчас происходит, мы продолжаем запускать новинки. Каждый месяц мы запускаем 80-90, а то и 100 новинок. И в целом с начала этого года, с января месяца, мы запустили свыше 562 SKU в работу. А у нас проходит работа выше, чем с 1500 поставщиками, и на каждый продукт у нас действует система задвоения. Она говорит о том, чтобы обеспечить хорошее качество продукции, нам необходимо смотреть за рынком и искать новых поставщиков, которые могут сделать натуральный продукт с короткими сроками годности и, конечно, чистый по составу. Это наша основа, но всегда я говорю, что формирует ассортимент во Вкусвилле это наш покупатель, его обратная связь. Это основа, и в месяц разнообразное питание мы получаем свыше 14 миллионов оценок и свыше 400 тысяч обращений поступает на горячую линию от наших покупателей. Это тот драйвер и та зона роста, которая помогает нам дорабатывать продукт, помогает совершенствовать его и видоизменять. Поэтому покупатель – это основа всего, и наша самая важная задача – это слушать и слышать его. Если вы не слышите вашего покупателя, вы не сможете предложить ту ценность продукта, которая она ему нужна в текущий момент. И рейтинг – это как раз показатель, благодаря которому наш покупатель влияет на ассортимент. Как только рейтинг продукта падает, этот продукт автоматически будет становиться либо на доработку, либо на блокировку. Соответственно, у нас настроена система таким образом, что любой продукт с рейтингом ниже 4.1, он выводится сразу и, соответственно, пропадает для полок. Но мы объясняем покупателю, почему. Мы говорим о том, что мы дорабатываем продукт, мы слышим, мы будем меняться и делать все для того, чтобы радовать вас ежедневно. И поэтому здесь еще очень важно отметить, что у нас нету категории, у нас есть пути, клиентский путь. Это уникальная схема, где мы идем от клиента, и там уже в команде ребята из разных подразделений, которые вместе создают продукт, который позволяет нам через 1.5-2 месяца радовать наших покупателей на полках компании «Вкусвилл». И самое главное, не забывать нашу эволюционную цель при любых разработках – это давать натуральный, вкусный, полезный продукт, доступный каждому в любой точке Российской Федерации. Как же красиво и вкусно вы говорите. Правильно я понял, если я люблю какой-то сырок, жить без него не могу, то мне нужно обязательно заходить на сайт, обязательно ставить там пятерочки и говорить, что это самый вкусный сырок, который я ел в своей жизни, чтобы он никуда не делся, чтобы рейтинг не упал, чтобы он всегда радовал меня на полке. Вы знаете, идеально, если вы будете по каждому продукту оставлять обратную связь. Это будет самая замечательная основа, с которой мы сможем работать, и ваш сырок, чтобы всегда был в наличии. Мне кажется, этим и надо закончить. Спасибо вам большое за интересное интервью. До свидания.